Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Аладдина, игра PlayStation 1 американского региона, слепое мое в ней прохождение. Hello, we meet again, Aladdin. How did you find me? The source of my abilities are far too complex even for you to understand. I'm gonna send you back to where you came from. Why, thank you for falling into my trap. I'll take care of those artifacts now. Oh, better luck next time. Так. Видимо, сейчас последняя локация в игре будет. What is this place? Насира, логово Насиры, левел 1. Угу. Ну что ж, начинаем. У нас 3 жизни. Назад нельзя, я так понимаю. Нельзя. Так, собираем монеты. Сколько у нас? 17 монет всего? Так мало. Так, какой-то рычаг, сок. Впереди лава. Ну давай. Держим этот рычаг. Что он дает? А, платформы, да? Катится. Ни хрена себе тут локация. Ну, они пропадают. Смотри как. Надо осторожно. А лава-то до хрена сжирает здоровье. Надо быть осторожным. Не, надо все-таки по платформам прыгать. Так безопаснее. Уже серьезно все. Очень серьезно. Так, ну окей, добрались без повреждений. Чекпоинт. Дают сок попить, но мне пока не нужно. Так, что у нас впереди? Ух ты, огонь. Ауч, огонь меня зацепил. Логово Насира. Интересно, гемы будут здесь? Вау! Какая платформа-то мощная. Поток лавы выливается, и у нас развилка. Налево на... Или прямо пойти. Давай налево. Не знаю. Может и прямо надо было. Так, что здесь? Здесь что-то есть, вон там монета, а с другой стороны тоже монета, ключ. О, ты кто такой? Какой-то стражник, хрен знает. Мы вот ушатали его. О! А это от чего? От отравления, наверное, да? Ну, вроде не отравил меня сейчас. Так, там можно было сок еще попить впереди. Был проход. Давай-ка сюда попить. Посмотрим, что тут у нас. Тоже какой-то путь есть. Я не уверен. Так, здесь тупик. Прямо тоже тупик. Здесь еще какой-то путь. Ой-ой-ой. Ни хрена себе тут. А, тут гем, кстати. Значит, это не обязательный путь.
Так, ну давай заберем. А, может и обязательно. Потому что тут вот еще проход. Раскачивающийся. Ауч. Ну все, погиб. Ладно. Чекпоинт. Начнем с чекпоинта. Так, ну допустим, я пойду налево все-таки сперва, вот сюда сходим, посмотреть, что тут у нас. Сок вижу. Стоп. Тут тоже такие платформы есть. Интересно. Слева. Подожди, а это все в одно место вело, получается? Я что-то даже не обратил внимания. Да, это получается все вело в одно и то же место. Так, а нужна мне вообще та платформа? По сути, нет. Но тут главное не упасть. Я тут не смог не упасть. О, стоял. 15 монет, еще 2 монеты надо собрать. Сюда ключ применяется. И здесь проход у нас. Ой-ой, лава сразу. Нам, наверное, с другой, с правой стороны. Да. Ой-ой-ой. Так, вот еще монета камня. Ага, еще змея. А змея зачем? Зачем камни? В общем, без понятия, пока без понятия. Сок еще дают. Опа! Ни хрена себе. Какая подстава. О! Я змею убил. Точнее, она растворилась, по-моему, в голове. Так, здесь чекпоинт дается. Чекпоинт. 17 монет. Все, монеты собрали. Теперь надо гемы искать. Где их искать, я без понятия. Ауч. Да, вот тут вот сложно будет. Сейчас посливаемся здесь. Сложное место очень. С этой камерой еще прыжки хрен даются. Ну да. Так, ну я ничего не вижу в стороне. Надо вот туда успеть прыгнуть. Во. Выпрыгиваем отсюда. Так, где гема, игра? Куда ты дела гема? Еще чекпоинт. Ну тут тоже лава. Ничего тут не вижу. Зачем мне нужны были камни, тоже непонятно. А у меня не остались, кстати. Не остались. Ой-ой-ой. Так, ну, пробрались куда-то дальше мы. Ох ты. Я понял, тут надо. Тут надо раскачаться. О, вижу гем. Но это второй. Гидра. Что-то она быстро как-то убилась. Это что такое?
понятия. Ладно, сохраняемся. Чекпоинт. Развилка? Говорю, нет. Ага, еще прыжки сейчас. Прыгаем дальше. Так, где третий гем? Еще чекпоинт. Но я не думаю, что его куда-то спрятали. Скорее всего, где-то будет. Ауч. Да, нехорошо. Да почему ты не прыгаешь? Блин, ну так так неинтересно. Бьет и не прыгает. Хотя я нажимаю. Ой. А чё тут не так-то? Подожди, или это я назад иду? Такое ощущение, что я назад иду сейчас. Да, наверное, это я не в ту сторону пошел. Мне же сюда. О, запрыгнул. Еще чекпоинт. Что-то много чекпоинтов. А, или я вот здесь не мог запрыгнуть. Да, я тут не мог запрыгнуть. У меня какая-то проблема была с прыжком здесь. А почему жму прыжок? О, неужели? Так, и что это дает? Платформа катит. Ничего я в этом зале не вижу. Хотя вон какие-то наверху платформы есть. Но разве я туда смогу допрыгнуть отсюда? Вряд ли. Наверное, я туда позже как-то попаду. Плохо дело. Камера убогая, но другой нету. Так, ага, этот как его? Погоди, может я туда как-то могу запрыгнуть? По ощущению, что там что-то есть. Или это в будущем? А, вон гем-то, третий. Ой-ой-ой. И токен. Так, гемы все, токены все. Что-то мы образуем где-то. Платформу создали, да? Лава так вытекает. Интересно. А, ну я подозревал, да, что тут что-то не то. Жизни мало осталось. Очень мало жизни. Чекпоинт. Есть чекпоинт. Так, а что впереди-то? Ой-ой. Надо вот так боком прыгать, блин. У меня одна жизнь остается, да? Аренова. Ой, это все разваливается. Неустойчивое. И куда ты меня... Ты дебил, что ли? В
Зачем тогда эти гручи здесь? Оно только путает, по-моему. Оно вообще не нужно. Вот зачем оно было нужно? Сейчас я запрыгну. Куда-нибудь попаду, да не туда. А нет, вроде прошел. Еще чекпоинт. Сколько тут еще прыгать-то? Интересно. Так, вот это может и нужно. Охренеть здесь сделали в конце. Какую жесть. Так, ну я добрался куда-то. Все, прошли этот уровень, ура. Один враг был, 17 монет и один токен. Ух, может сейчас удастся выиграть еще жизнь. Поехали. Ну да, одна жизнь есть. Хорошо. Что дальше? А, мини-игра. Окей, какая? О, опять это. Опять это... Что ж ты не... Та, которая вот... Сложная, как по мне, где надо было эти развороты там всякие делать. Но они чередуются на самом деле постоянно. Так, вроде есть еще время. 24 секунды. Девятнадцатый ген взяли. Отлично. Останется еще один собрать. Для секретной какой-то концовки. Мне бы обычную посмотреть, наверное, сначала. Так, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи, услышимся в следующей серии. Пока-пока.